Всем привет, дорогие зрители! Нахожусь в районе Махмутлар. Нашел коммерческую недвижимость для тех, кто хочет переехать и не знает, с чего начать, какой бизнес замутить. Есть очень хорошее ликвидное место рядом с люкс-проектами. Можете сделать из него ресторан, можете сделать там какой-то другой объект, допустим, кальянная или восточный ресторан, допустим, в Алании нету. Там и из риса, пельмени, там, и много чего. Кто занимался ресторанным делом, они сами уже поймут, что можно из этого ресторана сделать. Ресторан продается, а также сдается в аренду. Вы можете также сдавать его в субаренду. Цену я оглашу, когда покажу тот проект. Хочу показать те объекты, которые находятся около этого места. Значит, это у нас улица Барбаросса. Здесь строится люкс-проект от JBG Tower. Тут цены начинались раньше от 140 тысяч евро, 1+1. Там первая береговая линия. Здесь у нас строится проект. Здесь все продано. Можно сказать, что две квартиры осталось. Сонас Букет называется проект. Вот я вам его показываю. Также за этим зданием у нас проект Сонмес Делюкс. Навита Делюкс. За этим проектом. В той стороне у нас Конак Твин Тауэрс. За нею Конак Тауэр. И тут 3M Migros. Вот показываю. Вот оранжевые увидели. В той стороне, где моя рука. Вот в той стороне. Ресторанчик у нас находится вот прямо вот тут. Ликвидное место. Можете также открыть фастфуд. Доставка на дом. Будут заказывать или будут там, жители будут спускаться к вам в ресторанчик. Можете кальянную делать. Кальяны нормально нету. Можно сказать, вообще нету в Алании. Редко можно найти. Это вот проект, который строится. Также строится в той стороне. Вот такой ресторанчик. Вот снаружи у нас. Вот так она сдается в аренду полностью. Так. Вот, входим здесь, вход. 160 квадратных метров. Полностью весь ресторан. Здесь можно шашлычную сделать, оставить. Раньше шашлык делали, вот как вы видите. И там для пиде. И что там? И здесь кухня, покажем кухню. Можно все поменять. Если возьмете в аренду, можете поменять всю обстановку тут. Здесь у нас тоже стольчики. И здесь у нас санузлы. Два санузла, женская и мужская. Вот так. Коммерческая недвижимость. В очень хорошем ликвидном месторасположении. Выйду я во двор, чтобы огласить вам цену. Итак, дорогие зрители, если вы захотите арендовать это место, мы можем вам помочь во всех ваших делах, юридических, финансовых, у нас свои бухгалтера и юристы. Можем дать вам идею. У меня есть несколько идей, которые я не могу огласить. Это мне касается. Можно открыть такое, что нету в Алании, и она, наверное, как-то пойдет уже. Вас самих найдут. Если хороший ресторан будет, то из центра города будут приезжать в этот ресторан. Те, кто занимается этим бизнесом, уже, наверное, знают. Сюда нужно привезти что-то новое. Место расположено очень хорошее, так как много новостроек рядом. И люкс-резиденция рядом строится от застройщика JBG. Так, цена аренды 18 500 долларов.
вы можете получить, а также в будущем сами можете сдать в субаренду кому-то другому человеку. Но будете оплачивать каждый месяц 3250 лир, это где-то 240 евро. Ежемесячная оплата. Это очень самая низкая цена на данный момент на рынке. Хорошее месторасположение. Или же купить эту коммерческую недвижимость. Ее цена 165 тысяч долларов. 160 квадратных метров. Я вам показал всю территорию. А потом, что хотите с ней, можете сделать. У нас есть также другие варианты коммерческой недвижимости у самих моего партнера. Если вы конкретно хотите заняться этим деятельностью, приезжайте в Аланию, звоните, встретимся и конкретно за столом обсудим все детали, что как можно сделать. Все, с вами был Агаси из Солнечного Алания, район Махмутла. Всем пока-пока.